Έχλε. Мне хуя не давай. Давай. Чё я взял-то, блядь, какую? Что? Да блять. Ну ёб твою мать. Вообще не то. Ня. Ня. Блять, ну серьезно нахуй. Так, заново. Можно, конечно, блочить все этим. Пауэрапами нашими. Патроны, я так понимаю, блочатся тоже. Да. Это румик. Иди в жопу, блять, игра. Дай его ждать, блять. Окей. Да чего? Что, блядь? Иди в пизду. Серьезно, в меня не попало. Попало в этот. Попало в щит. Иди нахуй, я специально, блядь, так сделал. Че за хуйню ты, блядь, мне тут лепишь? Ебаная игра, блядь.
Блядь, чё, босс тут. Что я делаю? Забыл, как с ним драться. Чуть не пиздюлился. Ну давай, ломай. Фу, блядь. Ну я, блядь, ну а как? Ну ты пиздец какой-то. Что это, блядь? Тут никак не увернуться. Бред, блядь. Стреляет. Эту штуку нельзя убить же. Ее же нельзя убить. Ее можно убить, что ли? Блять, реально звук как будто дамаг наносит. Интересно.
Бля, одеялоч, 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 блядь, выключись нахуй. Блять. Говно. Ёб твою. Ну заебись ещё. Я, блядь, как должен нахуй определять-то, блядь? То они, блядь, одинаково летят, чего? Чего? Это притягивало. Чего, блядь? Чё за нахуй босс такой странный? Оно притягивало в прошлый раз. Теперь оно дамажит. За яйца, блядь. Огонь, игра нравится. Блять, иди нахуй! Сука, говно, блять. Ёбок, блять, сраный. Фолтным оружием. Еще проще заново начать. И не терять эту жизнь. Заново начать. Что это тут я тебе говорю? Мой идиотизм и сложность босса только что сыграли боссу на руку.
Блять, я не понимаю реально, почему, блять, я стреляю назад, пули летят вперед, блять. Ну это же логично было предположить, что я хочу выстрелить назад, блять, а не вперед. Ладно бы никого не было бы. Ты, блядь, стрелял туда. Ну что за хуйня? Так, давай не тупи. А пуля знает, кого она не любит. Это Роман. Стараюсь. Ой, нет. Ой, плохо как получилось. Бляха, тихо. Блять, ну я переборщил, конечно же, блять. А чё же нет-то? Сука. Твою мать. Слишком сильно нажал. Что я делал-то? Отсюда. Блять, иди нахуй. Ну серьезно сейчас. Блять. Надо пососать.
Давай полотенечко. Быстрее. Я не хочу вниз идти еще раз. Сыкотно. Блять, пошла нахуй игра, блять. Сука. Уберись. Да уберитесь нахуй. А, бля, без пауэрапов сейчас вообще будет здорово. Сколько жизни-то? Две? Без понятия, как с ним драться. Какой смысл я в них стреляю? Хитить твою. Ты как? Да блять, что это за хуйня? Как это работает? Я не понимаю, как это работает. Они просто рандомно летят. Я не знаю, в какой момент они полетят. Че это за чушь-то? Дамс. Грагунь, конечно. Без подсказок, ребят. Удалите сообщение, пока я его не прочитал. Чат не удаляется или что? Это Вульф. Спасибо, что удалили. Не надо подсказывать, писать ваши наблюдения там, пожалуйста, по поводу боссов, блять, это, ну. Нехорошо сказывается на моем мнении об игре. Не нужно. Чё, только пришел уже тайм-аут хочешь, что ли, чё? Думаешь, Капа спасает? Капа нихуя не спасают. Не на этом канале. Вот Пека, да. Вот Пека другой разговор. Хотя нет.
Хорошо подсказывает, заебали. Я же не подсказываю, куда лететь. Лететь нахуй со своими подсказками. Тролль сегодня прям, блядь, чат какой, прям вообще. Прям нравится всем игра, все, блядь, такие, сука, смешные сегодня, прям веселье, блядь, раз чудесное, разуживай. Сейчас я прям пошучу, ой, как я пошучу сейчас. Ой, как я сейчас всем пошучу, блядь, на 2 часа. Другая шутка будет охуенная. Душнилки, блядь. Спасибо, блядь, за огонь. Спасибо, нахуй, сбил меня. Козел, блядь. Не в обиду, я на взводе, блядь. Нахуй так делать? Только, блядь, до босса нашел. О, блядь, давай сбивать стримера, блядь. Не дадим ему играть нормально. А потом, блядь, смайл мод, блядь. Стример не приходит на стримы. Не надо так делать, когда я, блядь, пытаюсь сосредоточиться. Блять, иди нахуй, игра так заебала, блять, меня. Да, блять, убей меня. Сука. Thank you.
Не тупи. Уёбище тупое, блядь. Сука, эта игра меня раздражает, реально. Ой, Грейзу, доброй ночи. И не потому, что она типа сложная. Она раздражает, потому что, блядь, ты знаешь, что делать нужно. Ты знаешь, куда нужно встать. Но в половине случаев это не работает. Потому что игра сделана, блядь, настолько на тоненького местами, блядь, что пошла на нахуй просто. Ибо нахуй так делать не надо. Гейм-дизайнеры, блядь. Нахуй ты так делаешь? Чего нельзя было чекпоинт дать, блядь, после босса? Ну нахуй, блядь, с этим боссом каждый раз драться, блядь, он босс говна. Он неинтересный абсолютно. Просто время, блядь, мое тратишь. Серьезно. Беспонтовая хуйня этот босс. Не тупи. Мне приходится говорить себе не тупи, чтобы не тупить. Срано, конечно. Но это уже 6-й час стрима, поэтому не уебуйтесь. Тот час стрима, и какая 4-я игра на прохождение. Не уебуйтесь.
Давай вот езжай, заебал. Да все, хватит. Ты свой отлетал, все, завязывай. Да заебал ты, блядь. Блядь, какая же душнина. Нахуй боссам так много хп. Ну, он, блядь, делает одно и то же. Нахуй ему так много хп? Я не понимаю. Причем это одно и то же длится, что-то секунд 20 и все, и оно повторяется. И нахер это все. Ну, стреляй, что ты? Ёбаный рот, блядь. Окей. Я внезапно прошел без дамага это. Сам нахуй опешил. Блин, не тупи. Блин, нахуй он стреляет, блядь, назад. Опять. В очередной раз. В эту штуку, которую, блядь, я даже не уверен, что можно летит. Также это чё? Лазер.
Отъебись, рука, рука, отъебись. Лазер. Так, это чё? Окей. Повторяются. Рассыпную, да? Блять, нет, 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 хуйня. О, блять. Да рука наебала, блять. Ну все, блять. Приплыли нахуй. Я чё ещё такое, блядь? А ты бы нахуй не пошел? А ты бы нахуй не пошел? Да, блядь, слышь, иди нахуй. Да чё за хуйня-то? Бля, игра, перестань меня хуесосить, блядь. Лазер. Ну конечно, шла б ты нахуй. Наебывает, блять, как может. А я вот что сейчас должен был, блять, делать, нахуй? Вниз идти, вверх идти или, блять, развестись с этой игрой, блять? Что? Иди в жопу, блять. Я не знаю, что это. Название знакомое, но я не помню, что это. Был бы счет хороший, я бы, наверное, запомнил. Блять, ебаный босс, ну серьезно. Что за сраный рандом? Он наверняка уже должен был это все помереть. Минутки через две. Блять, проблема. У него этот, как его? У него хитбокс какой-то странный, блядь. Чуть выше встаешь, короче, все, блядь. Привет, ты не попадаешь. Я стою, стреляю, думаю, что я попадаю, слежу за всем остальным, блядь, а на самом деле я вообще мимо хуярю. Классно. Хотя видно было, что я попадал, как бы, в эту штуку. Но игра имеет классный хитбокс, поэтому чё я, блядь, тут знакомый очень сильно. Какая пиксель-арт новая игра какая-то, что ли? Которую я не особо люблю, да? Как всегда. Да.
Нельзя просто так взять и сделать экшен-платформер. Надо обязательно делать метроидванию. Как будто их, блять, мало. Этих ваших метроидваний. Солить их, блять, можно. Блять, иди нахуй, я чё, блять, сейчас сделал-то, блять? Пошла в жопу, блять. Я, блядь, не двигался. Взяла, задамажила. Козлина, блядь. Ну, фармим, чё. О, счёт ха... Бесть, игра, блядь. Последний раз. Мне что-то надоело уже. Ну, если это тушь не накажет. Устал я. Нахер они этих роботов сделали неубиваемыми? Подушить? Скорее всего, так и есть. Бесит, когда в шмапе не можешь врага обычного победить. Что за хуйня? Это вот, блять, худшее, что есть в шмапах. Просто летишь, стреляешь по нему, блять, миллион выстрелов. И в итоге он тебя убивает, потому что ты в него врезаешься. Что это за говно? Зачем так делать? Шмап же это, ну ты видишь что-то на экране, ты должен это сломать. Это же, ну тут шмап. Да, она у меня установлена. Инфернакс ваш этот. Слишком опопсел в моих глазах. Поэтому я хожу. Ну как только вы... Я, блядь, месяца 4 назад, блядь, эту игру... Или даже 5 месяцев назад увидел эту игру, охуел от нее. А сейчас все, блядь, в нее играют. Ну мне уже не интересно в нее играть. Что она как вышла, все, блядь, сидели и играли в нее. Куда-нибудь зайдешь, везде инферно, кстати. Блядь, нахуй не хочу. Да хз, там, блядь, метроидвания очередная. Ну, почти метроидвания. С квестами, да. С прокачкой небольшой. Хотя, может, метроидвания. Там вот двойной прыжок должны были дать. В какой-то момент. Я не помню. Там что-то, короче, это линейный сюжет, там можно это либо убивать кого-то, либо оставлять его в живых, потом это на сюжет сказывается.
Пиксель-арт такой, как будто, блядь, на денди игра. Блин, быстрей. Выглядит годно, но я говорю, я что-то это, она в моих глазах обобсела очень сильно, как только все, как Blasphemous. Вроде как игра топ, но что-то, блядь, она вышла, тоже начали все играть. Я не люблю, когда игра попсовой становится. Новые особенно. Пиксель-артовых. Хочется какой-то интимности с игрой. А когда, блядь, все ее стримят, какой нахуй интим-то, блядь? Это как с женщиной любовью заниматься, а мама за стенкой. Ну, какой интим-то, блядь? Окей, блядь, вторая фаза, сука. Вот она подставила меня сейчас. Хотя меня больше рука, блядь, это подставляет. Вот эта вот крабовая хуйня, вот эта вот. Палочка вот эта ее крабовая. Да заебало. Ёль, доджу, на нахуй. Музыка, стоп. Поехали. Блин, как же они душат. Как же хуйня душит. Так, центрируемся на глаз. Это можно тут стоять. Тоже можно тут стоять. Это надо как-то увернуться. Лазер. Вверх. Пошла нахуй рука. Не надо, блять. Иди нахуй. Иди нахуй, говорю. Блять, ёбаная рука, блять. Берись нахуй. Ну это, блять, нечестно.
Пизда тупая, блядь, раздражаешь нахуй. Да, блядь, иди нах. Блять, отстань. Так иди ты нахуй, слышь. Да ты чё угораешь, блять? Да ну попадай, блять. Ёбный стыд. Просто ёбный стыд. Блять, ну ты чё делаешь-то? Beat the game. Душнина. Ой, душнина. Вот эта вот последняя херня. Я даже не знаю. Я даже не знаю, чего. Куда мы? Ну все, не все. Чего? Фух. На, кубра, шах. Хуба. Чтоб я еще раз. Душнина. Сабу. Ага, еще 5 фаз. Хорошо, что хоть одна была. Хотя нет, 2. Я так и не понял, правда, как она сменилась. У меня такое ощущение, что как только я потерял оружие после того, как он меня убил, сразу началась другая фаза. Причем дважды. В обоих случаях. Я хуй знаю, как работает это. Вообще непонятное говно. Спасибо, Роман. Спасибо, Кретин. Спасибо, Босман. Спасибо, Кратос. Спасибо, Данич. Сцена после титров. На NES. Да чужой какой. Ты победил в этот раз. Но я вернусь. I'll be back. It's Forrest.